Якутяне приносят цветы к памятному камню у рудника «Мир». Напомним, что поисково-спасательная операция, продолжавшаяся с 4 августа, завершена. Восьмерых горняков, заблокированных под землей, найти так и не удалось. В эти дни якутяне приносят цветы к памятному камню у административного здания шахты, чтобы почтить память пропавших. Технологическая авария на объекте произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера затопила шахту. На момент происшествия под землей находились 151 человек. Проведение эвакуации горняков было осложнено отключением электроэнергии и прекращением работы подъемника. На станции «Мир» в кратчайшие сроки был развернут оперативный штаб, запущен резервный генератор и подъемники, благодаря чему 142 человека удалось поднять практически сразу после ЧС. Позже был спасен еще один горняк, Алишер Мирзаев. А в минувшую субботу стало известно, что надежды на спасение людей не осталось, а поисково-спасательную операцию продолжать очень опасно.